Доброе утро. Вот так приезжают иногда ко мне растения в тролли. И сегодня вот как раз такой завоз. Всем привет! Вы на канале Вифлория. Сегодня суббота, и у меня мега распаковочка. Ну, не совсем распаковочка, так как уже все открыто. Поставка сегодня приехала не в коробках, а в тролли, поэтому мы ее уже сразу же погрузили в машину вот в таком виде. Поэтому буду вам показывать, уже снимая пакетики или уже как есть растение открытое. В основном у меня сегодня крупномеры, много больших растений, крупных. Вот даже вот есть такие филодендроны на опоре, очень классные. И меня радует тот факт, что это приехало не в коробках, и все очень классное. Ничего не подавилось, не помялось, все целенькое, красивенькое, и мы будем все сейчас рассматривать. Ну, я с вот этих калатеек Микояна. Калатейки очень классные. Качество у них супер, просто пушистый огромный куст, все целенькое и красивенькое. Калатейка очень-очень пышная. Так, это одна. Поехали дальше. Цены я, как всегда, подписываю на видео под растениями. Вот такая вот красотень. Супер. Так, вот уже у меня открылся. Такой обратная сторона у нее, такой ярко-бордово-фиолетовый, не бордово-фиолетовый, а коричнево-фиолетовая такая. И здесь зелено-белая, очень хорошенькая калатеечка. Показываю другие, потому что они повторяются, и чтобы одно и то же вам не показывать. Вот тут уже поболее. Да, всем удобно. Лансифолия. Вот такой пышный кустик. Большой. Их у меня 4 штучки, немного. Всего 4 вот такого крупного растения. Так, и еще покажу какой-то. Вот. Пышный, высокий, яркий, такой интерьерный цветочек. Так, что у меня тут рядом? У меня тут рядом асхинантус, мраморный, или как он там называется, подпишу. Он еще не светел. Угу. Довольно-таки пышный. Веточки длины, сейчас все лишнее, что отвалилось, сбросим. Пышный кустик, яркий. Вот такой вот. Довольно-таки крупный горшочек большой. И крупное красивое растение. Обратная сторона у него просто безумная красивая. Такая мраморная.
Очень симпатичный. Их тоже у меня немного, всего три. Три, но очень-очень большие. Так, еще покажу какой-то горшочек. Может, кто-то присмотрит именно свой. Хотя они практически одинаковые. Так, листики, листики. Потеря, потеря. Вот. Ну, несмотря на потери, он все равно пышный и красивый. И последний. Так, все лишнее вроде упало. Вот такая вот красотень. Дальше. Что еще интересного? Приехал розовый биркин. Я не думала даже, что он такой крупный. И он очень красивый. Он такой яркий. У него черешки насыщенно бордовые. И сам лист, прожилки малиновые. Очень яркий и красивый биркин. Вот, сейчас еще покажу пару других горшочков. А он единственное болтыхается в горшочке, потому что он крупный, мощный. Горшочек маленький. И вот как-то хотелось бы его то ли пересадить, то ли заглубить. Вот, такая красота. Смотрите, какой лист. Рука и лист. Огромный лист. Просто здоровенный. Я таких даже не видела. Я не видела таких крупных даже биркиных, обычных. Они как будто бы меньше листик. А это такой большой, мощный и малиновый. Эти стволики... Малиновые черешочки очень красивые. И, кстати, они были достаточно дорогие, потому что новинка. Вот. А это поставки я увидела довольно-таки неплохую цену на них. И вот решила взять. Смотрите, какая красота. Конечно же, я отдельно его покажу, его можно будет разглядеть. Ну, лист, молодой лист, прямо розовый. А листы, которые постарше, они как бы зеленые с бледно-розовым. Но не теряет он свою розовиночку. Вот, еще что покажу. Какой там. Вот. Смотрите, какой пушистый, просто пушистый. Единственное, что они вот болтыхаются. Вот это вот надо как-то его укрепить, посадить. Потому что, видать, грунт этот очень легкий, воздушный, а растение мощное, тяжелое. И его надо немного заглубить. Вот это меня смущает, что он болтыхается. Так, дальше. Что у нас еще красивого? Филодендрон бронз. Я уже когда-то такой привозила, правда, немножко побольше, а этот чуть меньше. Но его здесь два растения в горшочке. Он молодой, многообещающий. Вот. И он будет расти, разрастаться, ну и цена тоже, соответственно, приятная.
А вот здесь одно растение. Здесь два. Два молодых листика идет. Сейчас посмотрю в других. Так, здесь тоже одно. В общем, по одному. Это в одном горшочке. Повезло. И там их два. Так, и еще приехали шикарные папоротники. Не фролейцы. Посмотрите, какая пышная красота. Очень-очень пышные, очень красивые папоротники. Ну, просто вообще один в один каждый листик. Ни одного сухого. Красота. И он достаточно крупный, большой. Их три штучки. Я не буду все показывать. Они все одинаковые. Просто шикарные пушистые кусты. Вот такая вот красотища. Так, добираемся до... А, давайте я еще, наверное, покажу по небольшим растениям. Потом уже пойдем по крупным мерам. Агланема приехала. Агланема приехала, называется Чили Рэп. Вот такая вот яркая. Много растений в горшке. Там растений 5. Какое-то растение больше, какое-то меньше. Но очень пышно. Агланема яркая, красивая. Еще покажу сейчас горшочек. Ну, вот этот, например, он такой. Тут то же самое. Три больших растения. Поменьше два. Этот более зеленоватый. Ну, тут есть такие вот пятнышки на листках. Он, у него зеленый лист, серединка ярко-малиновая, но бывает, что пятна разбросаны вот так по листу. Я смотрю, здесь вот молодой лист тоже так же. Ну, в общем, нужен яркое освещение, чтобы малинового было побольше. Красотища. Ну и еще кустик покажу. Вот такой. Тут очень много растений. Больше, чем 5. Вот такой пышный. Пышный и красивый. А главное, очень много разных красивых, выбор очень большой. Так, дальше у меня уже идут крупномеры, но я покажу антуриумы, которые приехали. Я в прошлый раз их уже заказывала. Это антуриум Ворок на другой сорт. Я подпишу, но приехали они безумно красивые. Я вообще, когда достала, обалдела. Вот такая красотища. Сейчас сниму пакетик. И представьте, они ехали нормально, не смятые. Все листья целые. Меня это просто радует. Вообще ни одного треснутого листика. Смотрите, какой огромный лист. Очень красивые антуриумы. Сухие. Надо срочно поливать. Корни, как всегда, торчат. Сейчас будем ими заниматься. Вот.
Антуриумы просто безумно красивые. Приехали вот эти гибриды и приехал чистый ворок. Сейчас покажу гибриды, потом покажу чистый. Конечно же, ворок чистый намного меньше, но он тоже красивый. Вот. Просто обалденные антуриумы. Я ними очень довольна. Во-первых, они красивые. Листы прям бархат. Переливаются. Переливаются бархатом. И так радует, что листики все целые. Боже мой. Что как бы должно и быть всегда, но... Ну и вот такие пышненькие. Корни, просто корней море. Их срочно надо пересаживать, чтобы они уже красиво росли дальше. Так, ставлю рядышком. Еще покажу. Они, как обычно, все разные. У каждого. Не завернули листики. У каждого свой рисунок листа, своя форма, структура, все как бы не повторяется. Все листы не похожи один на другой. Ну, вот это гибриды такие. Красотища. Выпускает новый лист, такой длинный ствол, этот черешочек. И сейчас будет вытягивать. Интересно на этот процесс посмотреть. Тоже бархатный. Очень-очень красивый. В общем, гибрид пришел шикарный. Так что, кто хотел и думал, брать, не брать. Так, а вот здесь что-то отвалилось. Я не знаю, что пока что. Вроде как не вижу ничего. Не вижу, чтобы что-то было сломано, но лист почему-то там болтался. Наверное, с чего-то другого упал лист. Что здесь все целое. Вот здесь совершенно другие листы. Здесь листы не такие длинные, но они очень выразительными прожилками. Так, у меня микрофон работает. Так, с очень выразительными прожилками. Он такой прямо структурный. Вот. И бархатный. И тоже идет новый ростик, новый листик. Так. Не знаю, открывать все, не открывать. В принципе, они все разные. Ну, попробуем. Вот такая красота. Посмотрите, какой длиннющий лист. В общем, очень я довольна этими антуриумами. На этот раз просто они пришли все целые, и это не может не радовать. Так, ну и там все то же самое, поэтому я дальше показывать не буду. Перейдем к крупномерам. Забыла за самое интересное, это за ворок. За чистый ворок. Посмотрите, какой он шикарный. Лист такой длинный. Он, конечно, еще молоденький, небольшой, не настолько большой, как гибрид его. Но посмотрите, какой он красавчик. Прожилочки, рисунок. Вообще здорово, все здорово. Покажу еще другой. Тоже вот такие вот, где новый листик идет,
Очень красивый. Немножко листики в разные стороны торчат, но ничего. Красотень. Они приехали, видите, каждый листик палочкой подкреплен в специальном подносике, где уже по ячейкам он разложен. Это мне очень нравится. Вот такое я люблю. Когда достаешь и не расстраиваешься от того, что дорогое растение приехало в ужасном виде, а наслаждаешься красотой этого растения и тем, что оно целое. Вот. Ну, ворог. Есть разные, вот. Только сказала про целостность, как нашла повреждение. Жаль, самый красивый лист поврежден. Ну ничего, это как всегда будет мой. Вот так красиво он приехал. И подписан даже. Супер. Приехали вот такие хидеры. Очень пышные и красивые. Так, помощница, не шелести. Вот, так, ну просто. Написано было метр. Но здесь намного больше метра. Очень красивое растение, пушистое, длинное. Ветки длинные. Я думаю, что оно очень красиво украсит любой какой-то угол или какую-то создаст композицию. Например, мне есть что ним украсить, поэтому я у них несколько штучек я оставлю, как всегда, себе для декорации. Вот такая вот красотища. Начнем распаковывать крупномеры. Моника, подвигайся. Так, ну это верукозум. Я сейчас попробую аккуратно снять пленку, если снимется. Да, снимается. Очень красивый. С верукозумом вечная проблема у многих. Его вырастить очень сложно в красивом виде. Он растет, растет, потом начинает что-то капризничать, сушить листья. А вот он уже большой, с крупным листом, уже взрослый. О, у меня свет. Ура, ура, ура. Включу кондиционер, потому что я уже изнываю от жары. Так. Сейчас я еще ближе покажу его. Вот он большой. Он большой и взрослый. И красавчик. Все листики целые, все листики бархатные, нету подсушенных, пересушенных. Новые росты вон. И здесь не одно растение, здесь, по-моему, 3 или 4 растения. И вот такая пышная красота. Супер. Когда заказывала, было такое ощущение, что а вдруг приедет что-то не то, потому что лист крупный, и переживала, что он может не доехать. Их у меня несколько. Очень симпатичненькие. Не надо мучиться выращивать.
готовый, красивый, большой. Сейчас лист молодой расправлю. Вот. Красотища. Вот такой вот он крупный. Крупный, бархатный. Красивый. Так, раз, два. Сейчас еще покажу. И три. А, здесь немножко есть. Здесь он еще крупнее. И поэтому большой лист где-то все-таки повредился об что-то. Вот. Вот такое повреждение. Ну, в принципе, лист есть, но немножко сломался. Чуть-чуть крупнее это растение. Очень красивая. Вообще красота. Оно такое прям по кругу все пушистое. Со всех сторон. Со всех сторон. Листики. Тут вот молодняк вообще такой красивый. Ой, вообще крутое. Крутое растение. Красота. Я очень рада. Мне очень нравится, как они приехали. Прям счастлива, что такие минимальные какие-то повреждения. Ну, просто это в любом случае. Даже мы купим в магазине, пока довезем домой, мы можем в машине или еще где-то его повредить. А тут он все-таки ехал из Голландии. Хоть это и тролль, они там все равно плотненько стоят, но все равно стоят, не лежат. Вот, дальше. Поехали дальше. Смотреть другие растения. Так. У меня приехал прекрасивейший фанбан. У меня есть большое растение. Есть маленькое. И есть вот среднее будет. А, кому было большое-большое, вот можно поменьше взять. Сейчас посмотрим. Вот такое симпатичненькое. Листиков. Листиков уже тоже много. Уже такая кружочек. Такие есть большие листья, прям крупные. Здесь молодой разворачивается лист. Уже много из многих листиков. Ой, здесь вообще такие крупные листья. Сейчас я вам как-то покажу. Поверну. Посмотрите, какой крупный лист. Огромный. Пусть листиков не так много, зато они огромные. Ну, он еще молодой. Он еще будет выпускать новые побеги и наращивать количество вот этих вот по кругу листиков, лепесточков. Ну, фанбан очень мне нравится. Красивый. Смогу ли я вам показать его во всей красе, не знаю. Но постараюсь. А отдельно потом подсниму. Вот тут уже лист, уже из... Много листиков на этом кружочке. В общем, красота. Фанбан красивый. Такой средней величины. Не маленький и не огромный. Да, он займет какое-то место в доме, но не так много, как, допустим, вот этот мой большой, он занимает весь угол. Не каждый может пожертвовать стольким местом для растений в своем доме. Ну да, он растет. И если даже он пока такой, он вырастет и будет большим, крупным. Дальше.
Так, фикус. Шикарнейший фикус, называется бургунди. У него насыщенно коричнево-зеленые листья, такого прямо цвета коньяка. Очень красивый. Тут несколько веточек переплетено. Каждая из них дает росты. Выпускает новые листики. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять больших ростиков, больших листиков. И тут еще разветвление есть маленькие. В общем, ну, будет такая пышная верхушечка. Очень-очень красивый фикус. Просто. Я его, наверное, поднять не смогу. Он тяжелый. Ну, вот так наклонить, чтобы вы его разглядели. Ну, мы еще разглядим его отдельно. Из фикусов есть красивейший пинеки. Вот я просто без ума от этого растения. Оно мне очень нравится. Оно такое яркое, нарядное. Со всех сторон оно пышное. То есть здесь три растения полноценных, больших, посажены в один горшок. И все они очень пышные. То есть листики густо расположены, и тем самым оно очень пышное. Я его тоже отдельно отсниму, покажу вам. Разглядите его. Оно очень красивое. Листики все целые, много белого. Очень-очень красивая. Ну и достаточно крупная и высокая. Так. Пахира. Вот такая пахира приехала. Листья такие звездочки. Такое оно нежная, хорошенькая, аккуратненькая, но достаточно серьезный ствол, толстый, мощный и высокая, ну, практически в мой рост. Очень красивая, пышная пахира. Красивая она с таким красивым стволом. Сухая, конечно, надо ее поливать срочно. Срочно. Ну ничего, это хорошо. В этот раз не залитые растения. Я вообще очень довольна этой поставкой. Обычно я все время ною, жалуюсь, там то не так, а это не так. А сейчас прям мне все нравится. Вот тоже. Пахира. Пышная, красивая. Прям можно спрятаться за ними. Очень красивенькие. Высокие, хорошие растения. Дальше фанбан еще один. Так, я, наверное, немножко сейчас раздвину, чтобы был просмотр. Снова фанбан. Смотрим на этот экземплярчик. Тоже очень красивый, причем этот лист. Просто лист. Огромный. Огромные листы.
покажу еще потом. Так, тут молоденький тоже открывается. Будем его дергать. Этот тоже молоденький. Так, разошелся в стороны. Что у нас тут? Угу, тут сломан лист. Ну, не спасти. Переломан хорошо. Отрезаю, потому что он все равно и этот сломан. Угу. Посмотрите, какие листья. Огромные. Здоровенные, красивые. Форма листа вообще очень необычная. Но жалко потери. Потери, да, сломался. И его так, видать, поломали там и прижали, и все. А сейчас он показал, что он сломан. Этот тоже переломан. Два листа сломанных. Больших, огромных два листа. Ну вот тут выпускает один рост, выпускает второй. То есть еще будут молодые листики, помимо вот этих, которые открываются, еще идут. Так что он все-таки обещает быть пышным и красивым. Попробую поднять. Вот так. Блестящий. Мне так нравится эта глянцевость его. Лист темный и блестящий. Да, красивое растение, ничего не скажешь. Рядом с моим большим, вот теперь чуть поменьше есть. И дипсисы. Вот такие кусты дипсисов по 1,20 м. Где-то, может, 1,10 м, может, 1,20 м. Вот один. Это точно большой. 1,30 м где-то. Я брала два поменьше, один побольше. Дипсисы, они вообще настолько красивые растения и так украшают любую зону своей пышностью, вот этой вот зелени. Очень они мне нравятся. Я всегда их беру, мне всегда их мало. Я бы ними заставила вокруг все. И сидела бы в зелени. Вот такая вот красотень. Так, дипсисы мы посмотрели. Еще есть хавея. Вот такие вот горшочки хавеи. Довольно-таки высокие, пышненькие. Идут новые побеги, новые листы будут открывать. Вот такая у меня таких три. Таких три кустика. Раз. Два. И вот третий. Три кустика. Хавея. Супер. Довольно-таки высокая. И остались у меня только показать. Это кариота. Тоже пальма. Очень интересная. Очень зеленая. Для озеленения подойдет прекрасно. Сейчас я покажу ее. А нет, еще есть. Еще есть. Звук, конечно, не очень, но простите, я поднимать не могу. Есть еще фикус. Вот такой. Тоже вот такого плана, как тенеки. Только абиджан. Он тоже такой насыщенный цвет. Темный. С бордовой серединкой. Тоже тут здесь два
Два растения посажены, но тоже пышненько, пышненько, красивенько. Я камеру подняла по-другому, чтобы могли рассмотреть растения. Вот, и я сейчас пройдусь и покажу, как они выглядят. Это вербозум. Посмотрите, какой он красивый. Обалденные листья. Огромный. Купил, поставил и любуешься, а не нервничаешь. Почему он нормально не растет? Ну, конечно, создать ему условия дальше надо, влажность. Все, как он любит. И все будет хорошо с ним. Фикус абиджан огромный, листья громадные. Фикус тенеки, он вообще такой красивый, такой нарядный, листья белые, супер. И очень пышный, потому что там целых три растения в горшочке. И большой, высокий. Так, сразу покажу нефролитисы. Они там стоят пушистыми кустиками, такими огромными. Фикус бурунди. Бургундии вот такой вот пышный вверх. И вот такой ствол красивый, переплетенный. Красота. Дальше пахира. Тоже ствол очень мощный, переплетенный и с красивыми верхушками. Супер растение. Так. Дальше дипсис. Пышные, зеленые, такие облачко, пушистые. Хавея. Тоже дипсис. Чуть поменьше. И здесь фанбан. Вот с таким красивым листом. Вообще такое растение красивое. Эти листы. А эта глянцевость, это что-то невероятное. Вот. Красота. Очень нравится мне этот лист. Вообще класс. Так молоденький раскручивает свои листочки. Этот тоже еще не до конца раскрутил. Уже много их лепесточков. Тут еще идут. Ну, в общем, супер. Растение супер. И переходим вот к кариоте. А еще ее называют рыбий хвост. Ну, у нее понятно, что листики как рыбий хвостик. Она очень красивенькая, такая зелененькая, пышная. Это пальмочка. Вот такой вот пышной зеленью. Так вот она открывает свои листочки молоденькие.
озеленить, вот если нужно что-то, вот она, конечно, даст большое зеленое пятно, потому что она очень пушистая. Вот вторая. Давно хотела это растение, все как-то не брала, но вот сейчас взяла и очень даже не пожалела, она впечатляет. Смотрите, какая она красивая. Эти лепесточки необычные тоже. Вообще каждое растение чем-то красиво. У каждого растения есть своя какая-то изюминка. Сколько смотрю на эти разные растения, столько ими восхищаюсь. И вот калатеи. Калатеи. Приехали красивые, большие кусты, огромные. Микояна. Пушистая, красивая. И лансетулия. Вот. И асхинантус. Какие мраморные у него листочки. На солнышке, на свету они становятся ярче. Вот, красивые. Очень пышные. Пышные растения. Приехали. Асхинантусы очень-очень классные приехали. Хорошо, и идем еще посмотрим на Биркина. Ой, Биркины вообще красавцы. Яркие такие, смотрите, у них черешки насыщенно малиновые. Листики, розовые прожилки. Вот розовый прям лист. Биркины меня впечатлили своим размером. Они очень крупные и очень яркие, очень красивые. Я к Биркину вообще как-то равнодушна, к самому обычному Биркину. А вот этот мне понравился. Тут сама форма листа немножко какая-то другая, она как будто удлиненная. Вот. И эти розовые прожилки очень-очень красиво смотрятся. Интересно очень. Так, ну и вот это красотище, которое приехало снова. Не устаю я восхищаться этим растением. А вот здесь есть прям, ну, очень красивые, с таким огромными листами, длинными уже. Дальше тоже красивые. И все разные. Так, и покажу сейчас еще ворог. Еще есть Хибера сейчас еще. И вот он, красавец, ворог в чистом виде. С красивейшими прожилками. Вот такой вот. 6 штучек их всего лишь. Немного. Поэтому, кто хочет успеть, кто
кто первый заказывает. Я всегда самые красивые выбираю, кто в первых рядах. Потом уже какие остались идут. Так что, кто желает, заказывайте, выбирайте. И агланема. Ну, такая вот она яркая. Покупала ее под названием Chili Red. Очень пышные кустики, много там растений в горшочке, по несколько штук, пышные кусты. Глаши хорошенькие. И плющик. Вот такой красивый плющик. Огромный. Длинные очень у него веточки. Озеленить точно любое место, какое нужно озеленить. Запомнить с собой все. Ну, возможно, его можно рассадить на несколько горшков. Вот такая вот красота. Ну, на этом все. Сегодняшняя распаковка завершена. Кто досмотрел до конца, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вся информация по заказу растений будет под видео. Обращайтесь. Всем рада, всех жду.